Всем доброе утро. Давно я снимала утро. Мое утро началось вот этого рога. Артём, у меня к тебе вопрос. Он только один? А? Еще вот тут что-то лезет, чувствую. Болезнь. Тусы. Капец. Где тебя носила, скажи мне, пожалуйста. Я же говорила. Это все подписчицы. Так, ладно, пойдемте завтракать с вами. Я уже так действительно давно не снимала с самого утра, решила сегодня самое время. Офигеть. Просто классно. О, как же гречку нельзя с мясом? Утром можно кашку с мясом. А это в нельзя в обед и вечером. А утром можно. Приятного аппетита. Спасибо. Капусточка с маслом, а то просто с солькой. На хлеб нельзя с утра. Лучше не надо. Зачем тебе еще к мясу, гречке, еще и хлеб? Так, а я тут делаю бутерброды с собой Артему на работу. А, вот еще, если хочешь, лук. Буженинка вот такая. Вчера у меня получилось. Из бедрышка, из голени лучше мясо. Оно жирнее, оно такое сочнее получается. Ну, не жирное при этом, короче, сочное, четкое. Такое мясо получилось из мякоти. Такая классическая буженина, но она сухая. Вот, я все сразу нарезаю и складываю в контейнер. Это курочка. Делаем имбирно-лимонный лимонад. Вдавливаем большой кусок лимона. И имбирчик. И заливаем такой хорошо горячей водой. Без сахара, конечно же. Ну, получается классно, вкусно. Попробуйте. Залейте в термос. Пусть постоит. И очень классно получается. Та-дам! Бутербродики готовы. Вот такой получился огромный, как он называется, сэндвич. Да. Солнце, только третий кусок хлеба не ешь. Он тут для этого. Поддержки. Да, чтобы он там не болтался в контейнере. Что я Артему даю из витаминов? Вот такая вот горсточка. Здесь у нас пробиотик, экстракт свеклы, силицин, это экстракт капусты. Данный продукт защищает печень от влияния плохой экологии, особенно полезен после алкогольной и других интоксикаций. Ну, короче, выводит из организма всякие шлаки и всякие каху. В составе уходят гепатопротекторы, семена расторопши, экстракт овса, лецитин, а также антиоксиданты и вещества, восстанавливающие внеклеточный матрикс. Ну, в общем, хорошая штука. Это травки тут разные. Ромашка, черный цянь, да, на русском как. Череда, ногитки, ликерские, хвощ, полевый и что-то еще. На. У вас камера светится. Здесь у нас с водичкой цинк. В жидком виде цинк мальчикам нужен обязательно. И селен. А здесь у нас сера. Вот так, чуть-чуть там. Нямс. Сера. Биологически активная добавка к пище. Очищает кровь, лимфу и вообще очень классная штука. У меня другой комплекс витамин сейчас. Я постоянно меняю то другое. Артем там одно, я другое, потом опять поменялись. Сейчас отправлю любимого мужчину на работу. Мусор. Ага, мусор, да. Так, смотрите, я уже позавтракала, забыла вам показать, но обещала, что я пью какие витамины. Значит, селен тоже я пью, кремний в курсе сейчас пропиваю, кальций, магний тоже, они у меня уже давно стоят, забываю вечно, ну, короче, периодически пью. Лецитин практически всегда пью. И пила, но сейчас не пью временно, омега. Вот, сейчас я просто купила амарантовое масло, оно заменяет омега, то есть там, ну, то же самое, поэтому пока стоят. Ну, вот такой вот у меня состав. А, и пробиотик тоже пью. Напоминаю вам про такой лайфхак, как замачивать орехи с вечера. Любые орехи, если замочить, они становятся, ну вот на ночь, они становятся как молодые, очень сладкие, ну и вот
шкурка легко снимается. Вот именно молодой миндаль, как будто бы только с дерева. Очень вкусно. Любые орехи нужно замачивать. С них, во-первых, там выделяется какая-то хрень, не помню, какая-то кислота, которая не очень полезна. А во-вторых, это намного вкуснее. А в-третьих, слушайте, блин, я их когда мою сначала, перед тем, как замочить, я их мою. С них столько грязи и пыли смывается, что просто... Блин, точно нужно их мыть хотя бы перед тем, как кушать. А я частенько кушала просто так вот орешки. Вот это вот вспомнила, начала снова замачивать и увидела, какие они на самом деле грязные. Семечки тыквенные тоже очищенные. Я покупаю, тоже замачиваю, тоже прикольно. Короче, добавляю потом в еду просто. Такс, я только что домонтировала видео вчерашнее. А, сорян. Вон, надо застелить кроватку. И записала себе новую музыку для тренировок. Собрала, ну, вернее, не новую, а немножко поменяла там местами, кое-что добавила, потому что приходилось бегать, переключать магнитофон туда-сюда. А я сделала одним треком, так что было удобненько. Вот, и сейчас уже время у нас 10:40, 20:11. Сейчас пойду попытаюсь что-то с этим сделать. А что ты с этим делаешь? Замажешь просто, Вика, тональником и все. Попью водички, вы попейте. И буду краситься. И я думаю, что мне нужно выйти сегодня раньше, потому что на улице... Смотрим, что там делается. Вот, мороз по-прежнему. И нужно успеть прогреть машину как следует. Уже так хочется весны, снега уже наелись, по самое не хочу. Пора уже теплеть. А говорят, что до конца марта будет такая погода. Походу, действительно, сместились времена года, потому что раньше у нас, получается, конец февраля уже теплело. Уже чувствовалось, что скоро весна. Сейчас вообще этого не чувствуется. Получается, если раньше были зимние месяцы декабрь, январь, февраль, то теперь у нас, по крайней мере, в Украине, январь, февраль, март. Прямо с начала года начинается зима. Так как бы вообще логично, чтобы так и было. 1 января, начало года, начало зимы. Январь, февраль, март, зима. Апрель, май, июнь, весна. Июль, август, сентябрь, лето. У нас действительно в сентябре еще лето полным ходом. Боже, Артемочка разделся, переоделся. Тут штанишки валяются. Тут футболочка. Там вон шортики еще какие-то. Так, я уже сегодня пропылесосила с утра и... Нужно было бы вытереть пыль, но, наверное, уже после тренировки вернусь, вытираю пылючку, и у меня куча еды наготовленной, так хорошо, куча мяса, квашка еще сваренная есть, так что готовить ничего, ничего не нужно, но я, наверное, после тренировки заеду еще на рынок, докуплю сухофруктов, орехов, пармезан закончился, я его на рынке беру. И что-то мне еще нужно было именно... А, и шоколад, этот, не шоколад, а какао. Я покупаю чистый какао, короче, такие пластиночки. Они вообще без сахара, там чистый какао с какао-маслом. Поскольку хочется иногда чего-то типа конфеты, особенно Артему, вот, они очень хорошо даже заходят, эти штуки. Быстренький маленький перекус. У меня через час тренировка. В принципе, можно было, конечно, раньше вкуснуть, но каша, два крылышка и такое капуста и овощи разные. Всем приятного аппетита. Встретимся с вами в спортзале. Так, так, так. Водичка. Смотрите, какая у меня тут спортсменка пришла. Прям вся на спорте. Сегодня у Катиного сына Артема 16 лет. День рождения. Можете поздравить.
Катю, сынули. О, спасибо. И сынуля. Блин, капец, 16. А мне в этом году 21 будет. Как? Я не знаю, как это время пролетело. Я помню каждую минуточку. Вот сейчас вот что-то происходило 16 лет назад. Да ладно? Да. Я помню, а помнишь, когда он заговорил и первое слово сказал? А вот когда заговорил, он так поздно начал говорить. Не, ну понятно, мама, ну мама. Год и два, ну что-то так, поздновастенько. Да? Да, но ходить начал в 9,5 месяца. А Маша мне ходить начала в год. Я ходила. Есть. Девчонки, заходите. Мы мешаем. Заходите, заходите. Не-не-не, мы не ходим туда, мы точно. Мы вот так отвернемся. В это самое, проходите. Вот тут переобуваемся, этот самый. Я тут. Верхнюю одежду и обувь. О, у нас новенькие, хорошо. Ну, говорю, это еще не факт, что... Год пошла, а сказала первое слово 8 месяцев «папа». Ты какая молодец. Папа сказала. Полежать. Молодец. Да. Маша. Какая там Маша? Место вообще... Разумаешь. Как? Все, мы начинаем. Еду на рынок. Тренировка прошла вот так. Косточки размяли, поп подкачали, ручки тоже подкачали, спинку разогнули и полетели все на работу. Бегаю я уже тут по базару, потому что в это время базар уже сворачивается. Все вон складываются, ящики собирают. А я раньше после тренировки не могу. Как раз у меня получается, я в 3:30 прихожу. Они летом работают до 3:30, а зимой, смотрю, в 3:30 уже все собираются. Только что купила сушеных яблок. Девочка уже хотела домой идти. Говорит, ладно, давайте продам вам. Бедные руки замерзли, у нее все замерзло. Как они тут выживают, я не знаю. Нема гранатов. Граната нет. Смотрите, какие сугробы тут. То есть вот это все разгребают. Надеюсь, что быстрее орешек купить. Открыто, ура! Тут миндаль. Миндаль купила, лесной орех купила. Купила инжир сушеный. Такая бабушка хорошая, мне там нравится продавец, который продает всегда. Она живая, такая спокойная, знаешь, ненавязчивая. Всегда в конце так приятно пожелает любви, чтобы вокруг вас все окружали, хорошие люди. Ну прям такая. Так, теперь дальше идем на крытый рынок. И там я покупаю и сыр. И что еще? Что там еще записывала? Надо достать телефон. Фух, посмотрите на мой нос. -4 на улице. -4. Это же не так сильно и много. Почему мне так холодно? Искала фотик в сумке, достала все, что купила. Так, почти все купила, что хотела. Значит, это нут. У нас в магазине почему-то не продают. 100 гривен килограмм. Так, дальше.
Пармезан купила, правда, не на той точке, там моя точка закрыта была, но это тоже выглядит неплохо. Вот этот 200 грамм, 70 гривен. Это вот этот шоколад, какао-бобы называется оно. И вот тут вот у меня на 70 гривен. Здесь у меня зелень, шпинат и укроп, 55 гривен все вместе. Здесь у меня орехи, миндаль, фундук и инжир купила сушеный. Это все вместе 330 гривен. И это яблоки. 30 гривен, по-моему, вот этот пакет. Вот такие у меня сегодня покупочки. У нас такое солнце, что приходится опускать эти штуки. Слепит глаза. Сейчас заеду, заберу Артема с работы. Он только что позвонил, говорит, заедь, меня забери. И едем домой. Такой насыщенный сегодня первая половина дня прям получилась. По видео я просто снимаю много. Обычно все так же самое, но я это все не снимаю подробно. Ну, решила в этот раз снять. Все. Смотрите, сейчас раздувай станет. Ну, подуй. Не, добренький. Ну... Улыбаться. И... Это только начало, там, второй или третий раз я тебя купил колеса. И пришел, пересчитал, я тебе говорю, я тебе случайно там передал 1000 гривен. Ты окей, окей. И я забирал тут 1000 гривен месяц. Да, ну я ж не придумаю на ровном месте. Или ты думаешь, что я хотел тебя, просто тебя оклеветать об этом. Ну, мне ж тоже ж не... Но ты мне просто про якусь повагу. Я думал, ты шутишь, а ты на полном серьезе. Понимаешь? Хорошо держится карандашик. Поехали. Сейчас Артем поест быстренько. И куда поедет? На квартиру. Что-то там делать. Мы уже едим руками. Как видео едят руками. Тебе дать вилку? Ты посмотри на него. Не надо. Нет уж, теперь ты будешь есть вилкой. На. Попробуй мне только руками что-то взять. Главное же придолбаться к чему-то. Вилкой. Можно руками. Как и этот лучок? Зажарился? Не очень. Ну, сыроват? Сыроват, печет. Захейтите его, пожалуйста. Вы видите, все, что я спрашиваю, он сначала это носом крутит, рассказывает, что... Не, вот это мясо вообще бомба. Вилки нет, лук недожаренный. Перепелка пересушенная. А ну там напишите. Наверное, пора кому-то самому учиться готовить. Да, ребята? А что, я и это. Что ты это? Артем уехал. Сейчас все это буду расфасовывать. Видите, у меня такая баночка есть для орешков. Но не все влезли. Сейчас вот это все попересыпаю из пакетов. Это посудомойку. Пармезанчик обалденный. Еще одну точку нашла классную, значит, я. Так. Ну, сварить, что ли? Нет, там еще есть каша. Не буду пока. Блин, поднос надо помыть. Не люблю так вот это делать. Замочила зелень. Сейчас откиснет, помою. Высушу в холодильник. Занимаюсь тут на кухне бытовухой. Сейчас включу себе какой-нибудь фильмец. Вы мне, кстати, насоветовали там очень-очень много всего. Сейчас буду, включу что-нибудь, буду смотреть. Спасибо вам большое. Вы мои умнички, зайки, любимки. Я приняла ванную. Она грелась наконец-то.
Пришел Артемочка. Я его накормила. Чем я тебя кормила? Петрушка, что шпинат. Я тебя предлагала тебе? Петрушку, шпинат, сельдерей. А сначала? Сначала? Да. Гречку? Да, кашу. Мы кушать еще будем? Кашку с салатиком? Нет. Бутербродик с маслом, и с сыром, и с мясом, и с чаем можно? Говорю, ну лучше кашку. Что ты меня как с маленьким ребенком? В итоге он ел бутерброд с мясом, с сыром, с маслом. Бутерброд, не бутерброды. Один вот такой. Да, да, один, и потом догнался всем, что там осталось. Чем? Травой и сельдереем. И мясом, и сыром. Да сколько я там того мяса съел? Ну, в общем, сейчас по плану у нас массажные процедуры. Я уже давно обещала Артему, никак не поможет. О, что же это у тебя за руки такие, а? Опять холодные мне руки. Прыщик рвется в бой. Тебе надо стройный подогрев сделать. Да. Провести тебе спиральки кругом. Сделаешь? Ну, подзарядка. Знаешь, что силиконовые эти вставляют сиси, губы, попу, а тебе надо спиральки повставлять в тело. Да. Нажал, нажал и все, и греет. Да, руки и ноги. Руки даже не так ноги, как руки. В общем, все, ребятушки, я напишите фильмы про космос, пожалуйста. Этот, подождите, напишите про космос. Там про... столько фильмов написали, они все не про космос, не там про космос. Про космос ты все уже посмотрел, что про нужно. Космос напишите, пожалуйста. Сейчас будем смотреть, я там, спасибо вам еще раз огромное, выбрала фильмы, сейчас посмотрим. Космос и инопланетяне. Всем спасибо за просмотр. Они меня скоро заберут. Завтра. Нет, я не полечу. Подписывайся на канал Виктория. Вот так надо сказать. Фу, ну давай. Нет, не да, надо. Давай. Приготовься. И подписывайся на канал Виктория.